Татьяна Камазистка, она же Татьяна Хусяинова, закрыла свой канал на YouTube. На момент создания этого видео, канал Татьяна Камазистка выглядит вот так. Все видео, либо скрыты, либо удалены. Канал на Яндекс.Дзен, удален полностью, однако есть еще один канал на Дзен. На этом канале видео есть, и Татьяна Камазистка, она же Татьяна Хусяинова. В Инстаграм она удалила свои последние фотографии, вот эти. Как говорится, уходя, уходи. Но Татьяна Камазистка, она же Татьяна Хусяинова, никак не может определиться, что и как ей делать. Да вот и Дальнобой 596, он же Богдан Тунский, ну никак уйти не может, ни с Ютуба, ни из Дальнобоя. Всем-всем здорово были! Богдан Тунский, как всегда, сказал и не сделал. Сначала он заявил, что уходит с Ютуба, и никуда не ушел. Теперь заявил, что уходит из Дальнобоя, попутно обосрал блогеров, которые что-то для него не сделали. А потом, как он делал всегда, взял и удалил это видео. В общем, Богдан Тунский, очень последовательный человек. Все эти блогеры, напоминают анекдот про еврея. Англичанин уходит не прощаясь, а еврей прощается и не уходит. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.